Если бы я был Дед Морозом, я бы время не терял. И подарки даже взрослым, мамам, папам раздавал. Ведь они когда-то были тоже малыми детьми. И у них, наверное, были сокровенные мечты. Пусть о них я и не знал, но сегодня, я ведь Дед Морозом стал. Я исполню все желания, все их детские мечты. В этот праздник новогодний пусть бывают они. Если бы я была Дед Морозом, я бы взяла большой мешок, села бы в волшебные сани и поехала по свету раздавать всем подарки. Подарки от меня получили бы все, но по заслугам. У послушных осуществилась сокровенная мечта, исполнилась заветная мечта. Не оставила я бы без подарков тех, кто вел себя в уходящем году не так хорошо. То есть непослушным я бы подарила послушание, непоседам – прилежание, трусливым – смелость, а болтунам и хвостунишкам – покороче языки. А еще я бы сделала так, чтобы новогодняя ночь стала по-настоящему волшебной, чтобы все взрослые забыли о своих проблемах, чтобы играли, веселились и дурачились вместе со своими детьми. Желаю всем хорошего Нового года, и пусть Дедушка Мороз исполнит вашу мечту. Скоро Новый год! Чудесный праздник! Я его очень люблю! И если бы я был Дед Морозом, у кого нет родителей, я бы подарил родителей. У кого нет дома, я бы подарил дом. А кто хочет игрушку, я бы подарил ему игрушку. Если бы я была Дедом Морозом, то я бы летала на своих суперсанях и наблюдала за поведением каждого ребенка. Если ребенок себя начинает плохо вести, то я направляю свои суперсилы, чтобы ребенок начал себя вести хорошо. Еще я бы сидела в своем кабинете и читала письма каждого ребенка. А мои 150 помощников помогали бы мне готовить подарки. А в Новый год я бы облетала целый мир и дарила подарки.